вспомнил Бибу. Вот представьте, мы прилетели на матч сборной Украины. Он был тоже гостем, почетным гостем в делегации в Каунас. Мы сидим вечером в ресторане Биба. Борис Воскресенский был вице-президент Федерации футбола. Я и еще пару человек. И кушаем. Открывается дверь, заходят литовцы, заходят жители Каунаса. И один из них говорит: вот вы правда со сборной Украины прилетели? Мы говорим: правда. Он говорит: когда-то в киевском «Динамо» играл легендарный Биба. Говорит: это мой кумир. Таких игроков в жизни моей больше не было. Вот я говорю, у меня слезы в глазах, это надо пережить просто. И я ему говорю: вот Биба. И этот человек встал на колени перед ними и заплакал. Вот так, любили футбол. И Биба заплакал. Вот так любили футбол. Вот так он был всем. Он был кровью и плотью.